Клуб 28 петель Кыргызстан. Клуб носит символическое название 28 петель, так как именно это количество петель необходимо, чтобы связать один носочек для младенца. Меня зовут Киримкулова Гузель. Я являюсь одним из координаторов клуба 28 петель в Бишкек. Наш клуб существует уже с 2012 года, был основан в Казахстане. Также сейчас очень много филиалов открывается в России, в Беларуси, в странах СНГ, в Арабских Эмиратах. Цель нашего клуба – это обеспечить недоношенных детей шерстяными вещами. У малышей, родившихся раньше срока, отсутствует подкожный жир и нарушены процессы теплорегуляции. Им особенно необходимо тепло. Каждый участник клуба вкладывает в одежду кусочек своей души и частичку сердца. Связанные комплекты они безвозмездно передают родильным домам. Одежда из натуральной шерсти помогает согреть и спасти хрупкое тельце младенца. За этот год клуб 28 петель Кыргызстан связал более 500 вещей и передал недоношенным детям в родильные дома города Бишкек. Врачи всегда рады видеть волонтеров клуба и ждут их с нетерпением. 1 июня 2017 года для поддержки клуба 28 петель был проведен благотворительный турнир по бильярду совместно с фондом «Аяджан». На вырученные деньги волонтеры клуба купили шерстяные моточки, из которых были связаны шерстяные вещи для новорожденных. Волонтеры собираются 2-3 раза в месяц и вместе вяжут одежду для малышей. Я узнала об этом клубе относительно недавно, год назад, в Фейсбуке. И я очень люблю вязать. Я решила, что мое умение можно направить на доброе дело. Вот. Мне это очень нравится, быть членом клуба. Мы встречаемся с девочками каждый месяц, вяжем и дарим их деткам. В клубе 28 петель я недавно, я новый участник. Мне здесь очень нравится, потому что мы занимаемся очень благим, хорошим делом. Вяжем вот такие красивые комплекты из 100% шерсти для недоношенных детей. Мне здесь очень нравится, потому что я совмещаю приятное с полезным. Ровно год тому назад я научилась вязать первый раз, и как раз это совпало с открытием клуба 28 петель. Услышав истории мам и прочитав в интернете о этом клубе, я решила помогать этому клубу, потому что мне нравится это делать, и действительно это приносит пользу недоношенным маленьким деткам. С детства люблю вязать и в то же время помогать, заниматься благотворительностью. И когда услышала об этом клубе, с удовольствием присоединилась. Мы помогаем своими вещичками спасать жизнь, приходить в норму деткам, родившимся с экстремально низким весом. Всем желающим добро пожаловать, присоединяйтесь, творить добро вместе с нами. Клубу постоянно требуются помощники. Мы приглашаем присоединиться к клубу 28 петель не только умеющих вязать спицами или крючком, но и тех, кто никогда даже и не пробовал вязать. Мы научим вас этому совершенно бесплатно. Помочь клубу можно также, подарив нам пряжу из 100% шерсти. Для изготовления одного комплекта требуется всего лишь 200-300 грамм пряжи. Вы также можете осуществить благотворительную помощь через электронный кошелек «Эльсом», переведя деньги на номер 0551-000-120. Найти нас можно в социальных сетях Facebook и Instagram.